40-м году я уже аэроклуб кончался. И мотоциклетный спорт. Три же. А тогда было ГТО. Это я был десантным, кончал. Были у меня уже 10 прыжков. Вот это. А потом, значит, армейскую жизнь стали проходить. Вот. Теперь, перед этим уже мы прошли, это у меня было 30 прыжков аэроклуба. Вот. Но меня поместили участь в одно. Сперва я был это командир. Вот. Потом командир роты был. Вот. Потом выше. Вот сейчас я, когда Берлин брали, под Берлином мы стояли, осветили все. Вот тебе командующий, вот этот, Жуков. Я доложил, что комбат 8-й. Восьмая была наша. Вот. Готовы выполнять все. А там поставили батарею, этой батареи большие. Осветили. Недалеко от Берлина было, наверное. Я не знаю, сколько километров, но все-таки мы уже полки готовы были штурмом его взять. Вот. И, значит, подходит вот этот вот Жуков проходил. Я, голос у меня был командирский, еще признали там. Вот, доложил, все, обстановку готовы брать, что нужно дальше воевать. Как настроение? Настроение как у меня, так же и у моего комбата я был. Вот. Потом я вот капитаном был. Вот это вот фотография вот у меня. Вон она там. Вот. Потом Жуку за руку меня. Все. И еще адъютанты с ним. Там целая свита ходила. Помогали, мы стояли в струнку. Вот. И на Берлин. Вот. Значит, наш третий белорусский. Вот. Это командующий был Жуков. Теперь матросов там был. И этот Т-3. Как я уже знаю. Так, по существу рассказывай, как танк шел. Что ты нам рассказывал? А это у нас, мы в Германии уже были. А нас, это, как его, танки были. Беспокоили, все время бои были. А у немцев было много танков. А у нас были артиллерии, ПТРы, противотанковые орудия, это мы имели. Ну, потом уже были, кое-что было. Вот эти вот бутылки. Жигательный смесь. Это танки, которые... Вот. Мы, значит, я... Комбат был, а этот Арыка, помощник у меня, двое, и еще два бойца. Траншея была хорошая. Вот. И шли танки. Огонь. Сперва из батареи били, а потом
У нас было гранатометчики. Я и сам мог ползти и бить. Ну, потери были, конечно. Мы там подбили танки. О, как идет танк, бьем его. И он сразу почему-то горит, если бутылкой подобьешь. А противотанковой гранатой эти взрываются. А вы записываете, да? Начинаете это буксировать танк. Тогда его бьют во все лопатки. И вот, значит, мы этот бой был крепкий. Нам сказали 6 часов продержаться. А мы продержались тогда. В бою 4. Вот так-то. Били крепко. У всего у нас хватало. Вот. И вдруг уже, помню, танк идет, немецкий. А гуд отличался от нашего танка. Мы по гуду знаем, как они идут, как что. И вот, значит, как вот так вот, как вот это забор у нас. Вот ну, так уже идет. Я приказал Арыку и два бойца, я говорю, ПТРовцам бить его, убить. А убить как убить? А вон прямо на нас, на траншею. Ну, у нас бруствер был хороший. На бруствер против это все были пулеметы там, трассирующие, боеспособные это взрывчатки. Вот. Понятно. И у меня были бутылки с горючим. А бутылку, это кто занимался, знает, взять это, раз, тирануть и бросать. И вот он так вот как прошел и начал засыпать меня. И Арыку стал засыпать. Мы командуем там, а уже так-то вот дышать на живот. Ну и засыпаются, вот. Ну, а он уже вот так-то вот, вот как вы сидите, идет. Я схватываю две бутылки и этот, у нас был... Ну, зубами открываешь. Нет, не открывать. Поджигать. Черкануть. Вот так голова рвали. Зубы у меня хорошие были, крепкие. Одну и другую. И кто ее? Она, значит, прошла, уменьшила ход, а привалила крепко. И отошла вот так-то вот, как отсюда. 10 метров еще взорвалась не то на меньшей, еще пробуксовала она, вот, на сколько-то метров. Как взорвется, этот вот, бронированный, я взорвался, взлетели, все, а там и снаряды, наверное, были еще, начали рваться, вот. А потом, значит, мне, вот, я все-таки, Арыка, командир, дай, скажи, чтоб держались до последней капли крови, командовала. Ну ладно, ближе к делу. Да, ближе. Вот. Ой. А потом, это правду можно сказать. Вот, что я уже был партийный. Это, может быть, мне
как сейчас помню, подумалось, что как вот у церкви поют. Я в церковь не ходил никогда. Как у церкви поют, поют, поют. О-о-о. А в церкви я не был. Вот. И вдруг, мне сразу... Ну, в общем, музыка приснилась. Вот такого вот проснилась. Я открыл глаза. Ой, Господи. Как идут немцы. Вот весь рост и песни поют. Шеренга. Вот. И на меня. Я только, говорит, рыка, идут. Сказал, давай. Дотянешься? Я дотянулся. Пулемет такой. Круглый, видишь. Взял его. А, ну идите. И почему-то я запел песню. А там как нажимал, ряд скосил. Другой нажимал, смотрю, и рыка тоже стреляет. И там и стреляет, еще бьют. На нас еще не взяли в этот. А потом, значит, уже начало темнеть, или виднеет мне что-то, казалось. Вот. Я уже потерял, наверное, сознание. Смотрю, наши бойцы, видно, стали раненых с поля боя брать. И это, говорит, комбат готов. Вон, видишь что? Ну там окружили солдаты. О, ну что? И рыка, живой. Мы живые двое остались. Не знаю, чья бутылка попала туда, а этот разбилась. Все. Вот. И значит, меня стали откапывать. А вот так-то вот уже. Ну, контуженный он был. Чуточку откопали. Я чувствую, что воздух идет в желудок. Сюда. Легче. Ко мне. А когда, говорит, куда его? Туда. А он, говорит, живой. И я, рыка, живой. Нас раз. Потом у нас самбат был. Там, ну, как воронка. Туда положили. А потом бункер такой был. Туда занесли 8 человек нас. Врачи делали что? Уже я не помню чего. А устал, черный живот был. И это все у меня. Ноги, они вот сейчас, ноги вот такие. Придавлены были. Ну ничего, все, пережил, Нечего. Ухнуть. Нечего вспоминать. А так все. Я 3 раза ранен, вот руки, вот эта вот рука побита вот так, это осколки были, а это полевая сюда, и им на зрёрку вот это вот прочесала. Ну, как-то, ну, в общем... вот так-то, прошла туда, на вылет. Горячие пули. Обожгло, все, ну, я думал, помру. А я выжил. И в госпитале пробыл. А мне мать была в Германии. Отец, да, тоже. Бабка наша. Нас было 5 братьев. Вот.
этот Иван. Ну, пять детей у вас было. Семь. Вот, Иван служил в этой, маленький, я видел самолет его, У-2. Вот, мы с ним даже прыгали, когда учился в аэроклубе из этого У-2 самолета. Он был командир. Ну, дядя у тебя полковник был один, эскадрильи. На Пушкинской. Иван другой был в Ленинграде, тоже полковником. Командир Иван эскадрильи. Мишка погиб у дяди Вани Гришина, у полковника, танкист. А на этой... Ну, солдаты не плачут, что ты плачешь-то? Так у меня, ребята, так я с этими братьями, братом Мишко, знал, мать, когда мать из Германии вышла, отца и бабку, бабушка моя была, мы жили вместе, вот. Там дядя Ваня-то полковник был, вот, он и квартиру дал еще, вот, дали нам жить, где когда приехали, вот, и это, давай, сейчас, все, господи, я отца, а бабушку и отца моего забрали и в машину немцы увезли. Расстреляли, в общем. А там вот Ленка, она сейчас в этой... Ну, сестра твоя, да. Сестра. Они все в концлагере были. Вместе с матерью. Четверо человек их было. Она сейчас... И все они вместе с матерью были в концлагере. Я вот написала. На Украине. Вернулись из концлагеря. На Украине. А мужик, она, этот, как его, корреспондентом. Ну ладно, сестра, теперь я стишок выпущу. Почитаю. Можно? А муж, это конфедера Борис Степанович заведует там, ладно, на Украине. Мы на Украине, вот, и она была, и я не жили. Это все ясно. А вот расскажите, вот надо с этого начать, да. Вот что, как вы жили до войны? Вот. Как до войны жили? Рассказывай, где ты жил? Мы жили на Ленинской, 38. Здесь? Да, на Ленинской, у них Пролетарский переулок 4, считался, Ленинской, 38. Сейчас где вот этот стоит? А жили мы, там они жили. А жили мы хорошо, у нас квартира большая была, 3 комнаты, там и кладовки, ну, большие, семья-то большая была. А отец был корреспондентом, он там, а потом он служил на Медведевом, когда танки начали. Ну, отца-то у вас в Германии убили, когда, да, забрали, и там убили. Это меня уже не было, и братьев не было, их забрали. Сестру. Ну, в Германии они все были с матерью. Да. Мать, а отца там убили. Бабушку. Бабушка была хорошая. Ой. И это. Бабку с отцом. Ладно, увезли. С отцом. Я увезли уже написала машину. Про их не себе. А мать потеряла зрение. Искали Витьку, брата. Они были, и Сережка, они маленькие еще были. Сережка сейчас живой, и Ленка живая, вот. Они искали, хотели то же самое у машину. А Иван Ларионович командовал Балтикой. Но это их не дядя, он полковник, был полковником. А, отцов брат. Вот. Отцов брат. Ну, даже я... Ну, хватит плакать. Не видел отца своего. Что ты расслабился?
Мужчины не плачут. Не видел своего отца. Не видел бабушку. Не видел теперь брата, который на Курской дуге погиб танкистом. Емельяновича служил он. У полковника, дядьки моего. Это Гришин, который в Ленинграде был. Да, это, они обои в Ленинграде. Это баб, это твоей матери брат родной, а это отцов брат Тута, который отцов, да, на Пушкинской жил. Вот. Он, то, они полковники все, и один, и другой полковник. В Ленинграде я был, и Витька был, а ты была у Ленки. Ладно. Ты рассказывай по существу, как вы вот жили, потом, как после войны ты жил, расскажи. Пришел, как ты жил. А я пришел, мне дали квартиру, вот. На Первой Курской. На Первой Курской. Говори, в 53-м году. Квартира, две комнаты мне было, маленькие, 26 метров. А внизу была кухня. Барак, в общем, казарма там была. В этой казарме тебе дали плитушку. Потом я... Ясное дело. Дали квартиру. И в этой же казарме, и вот квартиру добивались, и обманом обманули. Полностью обманули. Кухню. Я когда заболел, бабка попросилась там, мы чекариха с дедом, а их Ложкин на Орле втором жил, он начальник караула был в охране. У него три комнаты, он не взял старых. Они пришли, поплакали под окном. А мать выходит, моя еще, и говорит, да ладно, Саш, пущай по месяцу как-нибудь. Вижу, говорит, какие они из стопы. Тогда все так жили. Ну, они говорят, у нас там хозяйство продали. Ну, удумчины они жили. Чекариха. Вот. Ну, я... Говорю, ну, да в общем, ладно. И кухню отдали эту, если и остались у 20 мать сказала, часов. Ну, что я по этому матери буду. А у кухни жили и Сережка, и Витька, и этот Борис Степанович, когда эта квартира-то еще не распределяли у меня. Все. А у меня 26 квадратных метров и 14 метров. Кухонька была, вот, а я плачу за квартиру, за 38 метров, а 14 нету, а я плачу. Потом пошел, я говорю, почему-то я плачу за только-то, а он... Посмотрите, вот квартира, 26 метров, вот, а кухню там заняли, они уже через эту кухню квартиру себе хлопали. Ну ладно, это Господь с ними. Но они получили квартиру, а потом эту кухню не отдают. Кого-то еще лучше. Ну ладно, закупни за этой. 5 человек пустили, ребят. Они где-то там на курсах было. Я говорю, а что же вы? А мы заплатим, они деньги дадут. Вот. Ну и не заплатили. Ну ладно, лучше. А ко мне, в общем, никакого уважения. Они не заплатили. А к мне повестка-то пришла. Вон, она там написана. Недоимка. Они, значит, 4 месяца прожили и не платили. Ну ладно, Господь с ними. Все, а это может... все прошло. Ясно. Ну вот да, а я же деньги-то платил. Это все прошло. Потом крышу крыть. Вот. Какую крышу?
а текла у нас. Ну, это покрыли крышу. Это ремонтники покрыли. Вот, в 2-м году. Что еще надо-то? Вернемся к теме войны. Вот. А? Скажите, сколько вот вам лет было на момент вот, начала войны? На момент войны 17 лет, вот я написала. 17 лет еще. Вот как она для вас началась? Я попросил... Как началась тебе война? Как ты попал на войну? Расскажи. В 42-м, когда аэроклуб кончал, еще военную эту проходил. И вот в 42-м году нас это... Формировали, в общем, их. Да, сформировали. Отряд, что ли, сформировали. И нас... В 42-м году послали Сталинград. Прямо на Сталинград? Под Сталинград. У меня вот там и записано еще. Ну, вот. Я написала немножко тут не так. Вот. В стихотворении своем. Нет, записано в документе. Сталинград. Вот, прочти. Сталинград тогда платили. А? Немножко платили денег. А? Я сама прочту, да? Ага. А потом от Сталинграда пошли. Пошли. До самого Берлина я дошел. Первый раз ранен был. А у нас, я уже когда сдавал, принимал присягу, то офицеров как-то берегли мне эти звездочку, две звездочки повесили в Сталинград. Командир роты, заместитель командира роты, значит, командир роты, а я заместитель, а если что такое, значит, я то же самое, уже командир роты стал. Ведь нас тоже убивали, мы погибали тоже. А вот прямо после войны, вот расскажите, вот, как вы вернулись? Вот, я так понимаю, вы дошли до Берлина, и вот как вы оттуда возвращались? А у меня там оно записано, вот. Ну, значит, так, когда вернулся... Как возвращались оттуда, как? А? Как возвращались оттуда? Оттуда? Да. Оттуда Сталин еще дал офицеру не очень-то. Это... Солдаты ехали домой, а мы еще служили. Нас очень... Не очень это Сталин берег почему-то, не давал разъехаться. В 45-м, когда я прибыл оттуда, уже Берлин брали мы, меня поместили в госпиталь